Продолжение темы модернизации здравоохранения в Конаковском районе. Ровно год назад, в канун новогодних праздников, районная больница получила сразу несколько необходимых подарков. Медицинское оборудование и новые УАЗы, с помощью которых работа у наших медиков значительно упростилась. Теперь автопарк Конаковской ЦРБ пополнился еще двумя санитарными машинами. Какие районы будут обслуживать новый транспорт и по какому назначению? В нашем сюжете. Конаковская ЦРБ оказывает помощь не только на территории города, но и по всему Конаковскому району. В структуру Конаковской районной больницы входят 12 обособленных подразделений. Из них это 11 офисов врачей общей практики, в которых работают 17 медицинских специалистов. И все они должны быть обеспечены санитарным автомобильным транспортом. На днях главному врачу Конаковской ЦРБ были вручены ключи от двух санитарных машин. Это два автомобиля, которые в ближайшее время прибудут к нам в район после оформления всех необходимых документов и поступят в распоряжение врачей общей практики в районе. Без скорой помощи не останется теперь ни один, даже самый удаленный уголок района. В первую очередь транспорт будет использован для оказания неотложной медицинской помощи в труднодоступных населенных пунктах. Машины были приобретены по президентской программе и из средств президентского фонда. Также мы еще планируем из этого фонда в этом году получить 4 автомобиля скорой медицинской помощи, но это уже будет ближе к концу года. С их мобильностью и хорошей проходимостью, что очень важно в условиях села, медики смогут оперативно обеспечить помощь людям. Программа обновления санитарного транспорта – большое подспорье для развития медицины на селе. За последнее время автопарк районной больницы удалось практически полностью обновить, благодаря чему улучшилось качество и доступность медицинской помощи.